Менавіта по работе приемного отделения можно мерковать об организации працы во всей установе, квалификации медперсонала и его относенных до пациентов. Навод с этой кропки гледжения капитальный ремонт с элементами реконструкции был просто необходим. На протягу года приемное отделение Гомельской областной клиничной больницы примает около 30 тысяч человек, яким необходима экстренная допомога. У связи с отсутностью обсталявания для проведения необходимой диагностики хворых возили литерально по всех поверхах установы, что было не только незручно, але и замороживала постановку диагнозом. Теперь все необходимые обследования можно проводить непосредственно в отделении. И врачам срёвного покоя удобнее здесь назначать. Когда врач сам УЗИ здесь находится, можно сказать, что конкретно он хочет от исследования. Ну и пациентам, естественно, тоже не надо их на носилки, допустим, если какие-то травмированные пациенты. Не надо их поднимать на третий этаж. Удобнее все на месте, когда все в одном отделении, все кабинеты. Подчас ремонту працовные места медперсоналу обсталявали персональными компьютерами, которые подключили до единой больничной сетки. У перспективе доступ у базу данных инших медицинских установ. Створили и систему видеоназирания для контроля якости обслуговывания. Кошт ремонту около 550 тысяч рублей, але эту личбу нельга лечить кончатковой. До 1 вересня в приемном отделении Гомельской областной клиничной больницы планируется завершить другие этапы реконструкции. Добавился кабинет электрокардиографических исследований и кабинет ультразвуковой диагностики. А в будущем при расширении еще большей площади приемного отделения будут добавлены кабинеты палата для наблюдения за пациентами и центр телемедицинского консультирования, который позволит консультироваться нашим врачам с республиканскими учреждениями, а врачей районных больниц с нашими врачами для получения квалифицированной консультации. Олег Сентюров, Сергей Нигеревич, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».